Я же предупреждала, что платье надо было забрать к 2 часам. Теперь уже 5. Где оно? Но, Ольга Викторовна... Никаких «но» в этом доме быть не должно. Я хотела сказать, что платье уже готово. Что же мне голову морочить? Несите немедленно. Даженька сейчас все принесет. Где Вера? У тебя в комнате. Тимур Иванович? Звонил, сказал, что задерживается. Приедет прямо туда. В общем, неудивительно. Ольга Викторовна! Вот платье. А туфли? А Верочка сказала, она сама выберет. Сама. Угу. Очень хотелось бы на это посмотреть. Что мы делаем? Я одеваюсь. Весьма смелое заявление. И что же мы выбрали? А, что-нибудь из этого. Вера, 21 год. Вот что-нибудь из этого не подойдет. Ты что, не понимаешь, насколько важно для тебя сегодняшнее мероприятие? Странно, что ты называешь это мероприятием. Не придирайся к словам. Ну, хорошо, назову это праздник. Так лучше? И потом там будет Борис. Прекрасный кандидат для того, чтобы занять место в семье великого Тимура Арсеньева. Я не понимаю твоей иронии. Это не ирония, мамочка. Я всего лишь выражаю свое мнение. Замечательно. Только сейчас у нас для этого нету времени. А когда у вас есть время, чтобы меня слушать? Всегда, Верочка, всегда. Для нас, папа, очень важно то, что ты думаешь. Только почему-то у нас диалога не получается. А когда у тебя же личное пространство? Нам туда дверь закрыта. Так что, извини, сегодня тебе придется вести себя так, как считаем нужным мы. Вот как? Только сегодня? А завтра? А через год? Вы никогда не перестанете это делать. Вы будете это делать всю мою жизнь. Хватит! Вот. Что это? Это то, что ты сегодня наденешь. Ты уверена? Вполне соответствует моменту. Что по поводу туфель? О! Правая. Правая. А я... Вне всяких сомнений. Ненавижу эти родительские собрания. Это хуже, чем 6 уроков отработать. А ты бы поменьше спорила с родителями. Раньше бы заканчивали. Ну как не спорить? Ну ничего, кроме своих проблем, ведь не видят. Ребенка не замечает. Откупится подарком дорогим. И кто вырастает? Потребители. Любовь Петровна, ты их не переделаешь. А нервы тратить – гиблое дело. Ты бы лучше за своей Надюшкой смотрела. Подожди, что моя Надюшка? Вот ты думаешь, что девочке в 14 лет нужно? Английский язык. 5 по географии, да? Да ей шмотки суперские нужны. На нее вон уже мальчишки заглядываются, а она у тебя черт знает, чем ходит. Блестишься, аж в глазах рябит. А что, если я сейчас все вот это возьму, сниму и отправлюсь на танцпол? Мне кажется, всем очень понравится. Вера! Когда ты успела так? Ну-ка, дай посмотреть. Вау! А твой Борис умеет делать подарки? Да. Не знаю, насколько он мой. Но то, что я его, он уверен на 100%. Ой, да что ты выпендриваешься? Мой, твой. Ты его любишь? Да, нет, не знаю. Нужный вариант подчеркнуть. А вы с какой целью интересуетесь? Да не волнуйся, Верочка. Твой Борис никогда не был моей мишенью. Вот он где. Отец приехал. Начинается. Мама, будь фейерверк. Я очень хочу фейерверк. Передай Борису. Это ведь не противоречит протоколу мероприятия. Что так распускаешься? Ты в таком виде собираешься гостям показаться? Ну, вообще-то, мамуль, ты это платье мне сама выбрала. Я всего лишь пытаюсь ему соответствовать.
Вера! Ой, Ольга Викторовна, я передам. Вер! А он чего? Так сказал? Да ладно. А как же Танька? Ну как при чем? Я что, слепая? Ой, она перед ним на физре видела, как крутилась. Ну, наверное, я не собираюсь. Ой, да ладно. Все, поехали. После школы? Не знаю. А есть предложение? Парк? Давай. А потом еще можно в киношку свалить. А что, она все равно на работе в это время. Только к 7 надо вернуться. А то у меня еще английский. Она уже дома. Перезвоню. Привет, мамочка. А я тут занимаюсь. Да, я вижу, чем ты занимаешься. А что? Это очень даже полезно. А я еще на голову умею вставать. Знаешь, как называется? Шершасовая. Помогает работе мозга. Видимо, не очень. По-английскому в четверти трояк почему намечается? Потому что это английский, а это йога. Я, кстати, еще могу волосы стричь. Хочешь, покажу? С удовольствием посмотрю. Только сначала покажи мне, пожалуйста, как полы мыть, пыль вытирать, картошку чистить, мусор выбрасывать, а потом за уроки садиться. Вы, Любовь Петровна, не мать, а мачеха. Я фея, только очень усталая. Поэтому не надо со мной спорить. А то ведь могу и в тыкву превратить. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наша Вера! С днем рождения тебя! С днем рождения! Вера! Дорогая моя доченька, вот ты и выросла. Как-то незаметно пролетели эти годы. Как будто вчера мы решали, в какую школу тебя отдать. А сегодня ты заканчиваешь университет. Совсем недавно я вел тебя за ручку в детский сад. А теперь совсем скоро поведу под венец. И я желаю тебе, чтобы твоя жизнь сложилась так, как этого хотелось бы только тебе. А мы всегда будем рядом. Я и мама. И Борис. И Борис, а чтобы тебе легко передвигаться по этой жизни, от нас маленький подарок. Спасибо. О, это ж Бэха, папа! С днем рождения! Поздравляю! Волшебный! Давайте выпьем за новую жизнь. Подожди, мне кажется, тебе хватит. Я хочу поднять бокал. За родителей! Прекрасный тост! Олечка, за тебя! За тебя, Тимур! Шестерочка? Шестерочка. Оля, мне нужно срочно уехать. Я потихонечку исчезну. Опять совещание? Да, боюсь, что надолго. Кто бы сомневался. Умница, ты все прекрасно понимаешь. Дочь, с днем рождения. Тимур Иванович? Да. Уходите? Да, дела. И следи за Верой. Она слишком расшалилась. Хорошо. С днем рождения. Да, здорово, папуля сказал. Мол, выбирай себе все, что хочешь, а мы будем рядом на тот случай, если что-нибудь не то выберешь. А тебе бы хотелось, чтобы... А мне бы хотелось, чтобы мне никто в этой жизни не мешал делать то, что я хочу. А тебе мешают? Мешают. Потому что я папина дочка, мамина дочка, Ворина невеста. Кто угодно и как удобно. Всем вокруг, кроме меня. Мне бы хотелось быть собой, просто Верой Арсеньевой, что само по себе уже звучит гордо и весьма надежно. Молодой человек, а налейте нам еще такие. Я бы с удовольствием, но меня просили больше вам спиртного не предлагать. Да что, а кто? Я. А вы, простите, кто? Тот, кому ваш отец, Вера Тимуровна, поручил за вами наблюдать. Думаете, справитесь? Вряд ли. Все, я поехала. Куда? Как и советовал мне мой отец, в новую жизнь. Я же привыкла слушаться старших.
куда ты собралась? Я, по-моему, довольно ясно все объяснила. Что я опять не так сделал? Мне кажется, я делала все, как ты хотела. Слушай, а я теперь как порядочная девушка должна тебя отблагодарить? Что же для тебя сделать? Хочешь, я выйду за тебя замуж? Прекрасная идея. Только я думал, это будет высказано несколько в иной форме. Вот как опять не угодила. Даже не знаю, что мне теперь делать. Давай мы успокоимся. Прекратим это представление. Вера, пойми, есть определенные правила. Боря, ты пробовал когда-нибудь жить без правил? Вопреки. Куда ты собралась? Следите за руками. Я тут ехала. Больно? Да. Папа. Здорово, дочь. Папа. Я сбила человека. Что ты сделала? А где Борис? Я не знаю, наверное, в клубе остался. Пап, что мне делать? Адрес. Точно! А какой здесь адрес? Цветочная, 11. Цветочная, 11. Сиди в машине. Пап, ну тут девочка, у нее что-то с ногой. Я сказал, сиди в машине. Запрись, молчи. Все. Тим, что случилось? Машенька, на сегодня совещание отменяется. А ты продержишься? Не знаю. Ну... И что это тут такое, а? А тут девочку сбили. Ты, что ли, постаралась? Нет, 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 я просто ехала, увидел. Да, сильно тебя припечатали. Угу. Больно? Угу. Ты хоть скорую-то вызвала? Нет, нет, нужно немножко подождать. А что ждать-то? Полицию звать надо.
как полицию? Как как? Наезд. Давайте я ее сама в больницу отвезу. Вы мне поможете? Я заплачу. Ты ходить-то можешь? Понятно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Сколько я вам должна? Да погоди ты с бабками, дверь открой. А, да, дверь. Аккуратно. Аккуратно. Я сама. Да, да, давай устроим общую уборку школьного двора. Угу. Ну, как субботник. Господи, мне Надька куда-то с мусором делась, растяпа. Подружку, что ли, встретила. Я организую всех, не волнуйся. Давай. Тебя как зовут? Надя, а тебя? Вера. Так. Перелом малоберцовый. Слава богу, без смещения. Что с этим делать? А вы, простите, кто ей будете? Я? Кто? Не понял. Она меня сбила. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданка Арсеньева Вера Тимуровна совершила наезд. Как же вы девочку-то не заметили, Вера Тимуровна? Я же вам объясняю. Понимаете, я когда с проспекта свернула, я сама не поняла, как... Добрый вечер, Вера Тимуровна. Вам не нужно отвечать ни на какие вопросы. Что значит, не нужно отвечать ни на какие вопросы? Вы кто такой? Я Северский Ефим Семенович, адвокат госпожи Арсеньевой. Подождите, адвокат. Ну, секундочку. Да, Василий Андреевич. Да, я уже здесь, да. Да, как ваша фамилия? Петров, а что? Капитан Петров. Это вас. Алло. Так точно. Ну, мы по вызову. А, так точно. Понял. Вас. Спасибо. Да, Василий Андреевич. Да, спасибо, дорогой. Да, да, да. А вы свободны. Протокол можете оставить мне. И, пожалуйста, пригласите дежурного врача. Садись и перестань плакать. Садись. Послушайте. Во-первых, я не понимаю, на каком основании вы заняли мой кабинет. Во-вторых, она уже сама во всем созналась. Секундочку, секундочку. Да, да. Елена Борисовна, да, добрый вечер. Северский, да. Я в 30-й. А вот он как раз подошел. Подошел, да. Это вас. Слушаю. Здравствуйте, Елена Борисовна. Да ничего страшного, закрытый перелом. Наложили. Как отдать? Должен вам заявить, что я с вами категорически не согласен. Хорошо, я подчиняюсь. Результаты проб можете оставить себе. Благодарю. А ты уверен, что я тебе там не нужен? Хорошо. Что там? Все в порядке. Спроси, как Вера. Я знаю, что спросить. Фима, как Вера? Хорошо, Вера. Если бы кто-то чаще бывал дома, такого бы не случилось. Тебе сказал, я был на работе. Блондинка. Странно, как у тебя с годами меняется вкус. Ну, что там у тебя? Не вижу никаких оснований для волнений. Ну, ситуация сложная, но вполне решаемая. Конечно, я буду держать вас в курсе событий. Да не волнуйся, все нормально. Так. Я не волнуюсь. Это явно мать пострадавшая. Сохраните спокойствие. Здравствуйте, я бы хотел с вами переговорить. Вот да. Я адвокат. А это где? Да вон она, голубушка. Как быстро адвокат нарисовался, а? Позвольте. Я не позволю. Выгораживать будете, да? Чтоб получилось, что потом моя Надя замок не под колеса прыгнула, не получится у вас ничего. Ну-ка, отвечай быстро. При свидетелях, ты это сделала? Я спрашиваю, ты? Я это сделала. Ну зачем? Зачем ты созналась? Ведь это я ее сбила.
Я действительно была пьяной. Ну, только послушайте, что она говорит. Да ты хоть понимаешь, что все это для нас значит? Ведь все может рухнуть в одночасье. И университет, и свадьба с Борисом. Ну, хорошо, если тебя не волнует твоя судьба, ну, вспомни, что у тебя есть отец, у которого выборы на носу. Ты о нем подумала, прежде вот, чем начинать каяться перед каждым встречным? Это же была ее мать. Своей матери тебе не жалко? Но я ведь и правда виновата. Виновата, не виновата. Не тебе решать. Ефим? Пожалуйста, не будем тратить силы и нервы. У вас и так была довольно беспокойная ночь. Итак, у нас есть девочка по имени... Как ее? Надя. Девочка Надя, которая получила незначительную травму. Вера не скрылась с места происшествия, оказала помощь. Это плюс, но есть проблема. Мама этой Нади, которая до сих пор находится в состоянии аффекта. Можно покороче. Короче, короче. Разговор с мамашей я беру на себя. Но понадобится некоторые денежные средства. Вера, я вас очень прошу. Ведите себя спокойно, как будто ничего не произошло. И, пожалуйста, больше никому ни о чем не рассказывайте. Я думаю, вам есть заняться чем в это время? Да, нам есть чем заняться. Ну, чудесно. Пусть к свадьбе готовится. Какая свадьба, мама? Никакая ваша свадьба мне не нужна. Прекрати истерить. Ну как? Мне тяжело. Я устала. Надя, ну я не могу школу оставить, ну. Может, мы папе позвоним, а? Он нам поможет. Садись, отдохни. Никакому папе мы звонить не будем. Спина. Любовь Петровна, буквально минутку. А вы из родительского комитета? Ах, это вы. Всего лишь я. Но хочу с вами согласиться, вы абсолютно правы. Вся наша жизнь – это один большой родительский комитет, где нам совершенно не безразличны судьбы наших детей. Если вы пришли меня уговаривать, это совершенно безнадежное занятие. И извините, пожалуйста, я спешу. Любовь Петровна, ну, мне кажется, не нужно вам торопиться. Я думаю, что нам нужно все обсудить в спокойной обстановке. Что да? Обсудить? Ну, ситуацию и пути выхода из нее. А мы вдвоем будем обсуждать или как ее это? Вера тоже ну, будет с нами. Ну, если это ваше обязательное условие. Обязательное. То... Обязательное. Значит, договорились. Уверен, что эта встреча вам так же важна, как и нам. Борис Николаевич, проходите. Я сейчас Верочку позову. Как она? Жива, ногу сломала. А, слава богу. Это все? Ну, о чем ты? Как ты себя чувствуешь? Нормально, как может чувствовать себя человек в моей ситуации. Да. Все это очень не вовремя. Очень не вовремя. У Арсения выбора на носу, а тут ты со своей историей. Я надеюсь, об этом еще никто не знает. А для тебя это так важно? Верочка, от этого зависит не только мое, но и твое благополучие. Если Тимур Иванович победит, то я займу его место. А жена президента холдинга звучит гораздо лучше, чем просто дочь. Холдинги, выборы. Ты понимаешь, что я могла ее убить? Хватит! Убить, не убить. Не убила, радуйся. Чему? Потому что девочка могла остаться инвалидом? Останется, будем лечить. Единственное, кого здесь нужно лечить, это ты. Вера, Вера, Вера. Ну, прости меня. Я... Для меня просто это тоже очень неожиданно. Я очень-очень испугалась. Ты не волнуйся, папа все уладит. Ладно, я пойду, мне еще переодеться надо. Да, иди. Гардеробчик сменить бы надо. Ну да, ты же все-таки в ресторан идешь, а не на родительское собрание. Ну я не развлекаться иду туда.
Ладно. Слушай меня сюда. Значит так, ты там ни на что сразу не соглашайся. Поторгуйся для начала, да? Мне ничего не надо от них. Конечно, не надо. У нас же все есть, правильно? Интерьерчик в квартирке, прямо скажем так себе. Ванна ржавая, да? Но это ничего, это ладно. Самое главное, чтобы совесть чистая была. Ну при чем тут это? Ты понимаешь, что это твой шанс, что они сейчас на любые условия твои пойдут только, чтобы дочь свою отмазать, да? Люба, а может быть ты сережки наденешь? Ну, у тебя же были такие золотые, симпатичные. Были. Продала, что ли? И если бы. Муженек бывший заходил к Наде, пока меня не было. Стащил, наверное. Мама, он ни при чем. Ладно, что я не знаю его. Но... Мам. Ну, подождите, сапоги еще на каблуках. Не поможет. Прошу вас. Спасибо. Мне сегодня что-нибудь полегче. Салат с продуктами. Угу. Что-нибудь для вас? Нет, спасибо, ничего не нужно. А принесите нам бутылочку испанского. Бокал мне. А Верочке кофе. Ты же будешь кофе, да? Да, с молоком. Ефим Семенович, мое присутствие обязательно? Только лишь до того момента, когда она согласится. И, пожалуйста, не вступайся ни в какие разговоры. Любовь Петровна! О, вы великолепно выглядите. Прошу. Здравствуйте. Присаживайтесь. Прошу. Девушку здороваться не приучили. Ради бога, простите ее. После всего случившегося у Веры тяжелая депрессия, и она... Если депрессия, так может, мы отложим встречу нашу? Извините, я немного растерялась. Здравствуйте. Прости. Ну вот, видите, как все хорошо. Любовь Петровна, я очень рад, что мы с вами встретились, и надеюсь, что найдем взаимопонимание. Может, закажете что-нибудь? Здесь очень неплохая кухня. Нет, я сыта. Давайте к делу перейдем. Ну, мы, собственно, уже перешли. Вам нужно подписать вот это досудебное соглашение. Что подписать? Соглашение о том, что у вас нет претензий к Верочке. И все? Ну, почему же все? Здесь также предусмотрены наши расходы на лечение Наденьки. Реабилитация в любом санатории по вашему выбору. Также мы считаем справедливым возместить вам моральный ущерб. Поэтому к этому соглашению прилагается некая сумма. И я думаю, что статус-кво будет восстановлен. А девушка так и останется безнаказанной. Ну, я думаю, что после всего, что произошло, Вере вряд ли придет в голову сесть за руль не то, что в пьяном, даже в трезвом виде. Это вы так думаете, а она-то что по этому поводу думает? А вам так хочется, чтобы я была наказана? Честно. Честно, мне очень хочется дома сидеть и помогать делать уроки здоровой дочери. У нее еще и в школе проблемы. Надеюсь, я здесь ни при чем? Я так и думала. Я так и думала, что наша встреча ни к чему хорошему не приведет. Нет, у меня была надежда, что у нее осталась хоть капелька совести. И в ее головку придет мысль хотя бы извиниться за то, что она сделала. Любовь Петровна, я понимаю ваше состояние, но вы должны понять Верочку. Нет, я не могу. Нет, я не могу понять ни Верочку, ни родителей ее, которые вас туда послали. Слушайте, вы не имеете никакого права оскорблять моих родителей. Они честные, порядочные люди. Глядя на вас, этого не скажешь. Пожалуйста, я призываю вас успокоиться. Любовь Петровна, Вера, сядь и немедленно извинись. Я не подумаю. Здесь у меня тоже мало времени. У меня дома больной ребенок, за который нужен постоянный уход и наблюдение. Нет проблем. И домработница, и сиделка будут вам предоставлены. Вот если бы она была этой сиделкой, домработницей, чтобы на собственной шкуре понять, что же это такое, ответственность за свои поступки, тогда, может быть, был бы какой-то разговор. Ну, позвольте, это же бред. Почему бред? Пускай завтра без 15:08, потому что в 8 я ухожу на работу. Она будет у меня. В противном случае вас ждет суд. Вот так.
Моя дочь домработница. Ефим Семенович, вы в своем уме? А при чем здесь я? Это ненормальная географичка. Ты мне гарантировал быстрое решение проблемы. Утром я улетаю в округ на встречу с избирателями. А что мне вот с этим предлагаешь делать? Я сам буду у нее в 8 утра. Мне нужно помочь. Я полагаю, что на эту малую адекватную особу нужно надавить чуть сильнее. Ну, а как надавить? Что значит надавить? Подождите, а что собираетесь делать? Вера, пожалуйста, отправляйся к себе и не задавай ненужных вопросов. Конечно, мама. Ты куда звонишь? Полиция. Дай сюда телефон. Дай сюда телефон. И прекрати поясничать. Сядь. Если кто-то не решил, что ему все дозволено, мы сейчас бы не занимались этой проблемой. Слишком легко, моя дорогая, тебе все достается. Что все? Я вас хоть что-нибудь просила? Вы же не спрашиваете, все сами даете. А теперь попрекаете. Ну так заберите у меня все, что мне так легко давалось. И оставьте меня в покое. Я сама разберусь. Слушай! Я стал слушать твой бред. Сама. Ты инфантильная, неблагодарная особа, которая возомнила себя пупом земли. Рассуждаешь о самостоятельности. Сама чашку не можешь свободно мыть. Ты должна усвоить, что на свете существуют определенные правила, по которым живут все нормальные люди. Нормальные, Вера! А не те, которым всем и на все наплевать, кроме себя. Фима, что ты меня смотришь? Делай так, как считаешь нужным. Понял. Ну вот, сейчас обрежу твои штанишки. Будет удобно с гипсом носить. Ну вот художества твои уже не прикроют. Ну и что? По-моему, так красивее. Красивее. Какая разница? Большая. Уроки лучше делала, чем ерундой заниматься. А зачем мне уроки? Я теперь инвалид. Дурочка ты. Я, похоже, тоже. Мам. А ты серьезно решил ее в тюрьму посадить? Маша, я буду в аэропорту через час. Машина за тобой уже пошла. Если я не ошибаюсь, у тебя встреча с избирателями? Совершенно верно. Спасибо. И это Маша. Твой новый пиар-менеджер. Референт. Блондинка. Какое это имеет значение? Боюсь, для меня уже никакого. Тоня, разбуди Веру. А Вера уже час назад как уехала. Уехала? Куда? Она не сказала. Мам, я поела! Тарелку поставь в раковину. Мам, я не дотянусь. Понимаешь, как мы с тобой целый месяц протянем, а? Значит так, картошки я нажарила, суп в кастрюле. Понятно, что посуду не помыл. Может быть, ты как-нибудь аккуратненько постараешься? То есть ты мне предлагаешь со сломанной ногой еще и посуду мыть? А что это за тон-то вдруг? Да потому что. Думаешь, мне легко здесь одной по квартире скакать? Вот ты сейчас уйдешь на целый день, а мне что прикажешь делать? Уроками займись. Телек не смотреть, по телефону не болтать. Тебе там, кстати, денег мало. Так положи, пожалуйста. А то я тут умру от скуки и печали. От тоски и печали. Книжки надо читать. Тогда будешь классику точно цитировать. Давай, я постараюсь пораньше. Да сегодня понятно. А завтра? А через неделю? Мам, позвони папе. А? Он мой отец. Я хочу, чтобы он был рядом. А больше ничего не хочешь? Хочу. Хочу кабриолет. Хочу планшет, как у Даши. Только это нереально. А вот папа... А папа тоже нереально. А, все, пока. Ну, мам! Мама, мне
утро, Любовь Петровна. Доброе утро. Собственно, что вам здесь надо? Просто вчера между нами возникло некоторое недопонимание. Вот, пришли объясниться. Один, боитесь, не справитесь? Помощника с собой взяли. Мам, кто там? Это ко мне. Да нет. Это со мной. Свободно. Вера Тимуровна... Ничего себе. А ты как к нам? Не бойтесь. Я сегодня не за рулем. Ну, с какой комнаты мне начинать? Что начинать? Ну как что? Глажку, уборку, стирку, горшки выносить. Что вы там для меня еще придумали? Я, так сказать, готова заступить на трудовую вахту. Любой каприз по вашему желанию. Или, может быть, все-таки разум победил? И вы готовы обсудить новые условия? Хотите поднять ставку? Скажите мне, я позвоню адвокату, он наверняка где-то рядом. Слушай, ты пошла вон. Любовь Петровна, послушайте, я понимаю, что вы хотите меня наказать. Так вот она я, наказывайте. Иначе из-за моего поступка могут пострадать невинные люди. А у моего отца будут большие неприятности. Но это же несправедливо. Вы только люди, нормальные люди, они же думают до того, как они что-либо совершили, а не после. Есть такое правило? Будем считать, что урок морального воспитания вам удался. Я все усвоила, готова приступать к работе. Говорите, что делать. Вы не волнуйтесь, я девочка способна. Хамка только. Извините. Доброе утро, Любовь Петровна. Так лучше? Хорошо. Хорошо. Ладно. Хорошо. Значит, так у меня там посуда немытая, белье замоченное в ванной, вот пыль в гостиной. Это все? Это? Все. Все, пока все. В 6 часов я приду и все проверю. Понятно? Понятно. Хорошо. А вот мне? Мне ничего не понятно. Объясните, пожалуйста, что здесь происходит? А что здесь происходит? Ничего не происходит. Я просто помогаю твоей маме по хозяйству, пока ты больна. Правда, Любовь Петровна? Во-первых, я не больна. У меня только нога. А во-вторых, вы меня что, за дуру держите? Объясни, пожалуйста, вот это. Что объяснять? Мы сейчас говорили, тебе помощник нужен. Вот, пожалуйста, тебе помощник. Правда, сомневаюсь, что она вообще что-либо умеет делать. Ну, ты тоже не грудной ребенок. О, все, это я опаздываю. Мам! Ну, куда мне вещи деть? Какие вещи? Ну, я же здесь жить собираюсь. Как жить? Ты должен немедленно поехать туда и вернуть Веру домой. Я никуда не поеду. То есть ты предлагаешь это сделать мне? И тебе это делать не надо. Значит, ты вот так просто соглашаешься с тем, что моя дочь будет в рабстве у какой-то сумасшедшей учительницы? Я ее туда не посылал. Пусть сама решает свои проблемы. Тем более вина ее очевидна. Захотела самостоятельности? Пусть теперь узнает, какова ее цена. Пусть сама ответит за свои идиотские поступки. Так, все, моя дорогая, мне уже пора. Ну, конечно, тебе всегда пора. Только имей в виду, я этого так не оставлю. Я сказал, ничего не предпринимай. Жди, когда я вернусь. Нет, я... Я сказал, сиди дома и жди меня. Да, минимализм в своем первозданном виде. Чё? Да ничего, а что? Места маловато, говорю. Мне хватает, а на тебя здесь никто не рассчитывал. Так что, если тебе что-то не нравится, извини. Все нормально. А ты-то серьезно? Ну, в смысле жить? Ну, а почему нет? Вера, а давай ты пойдешь домой, а я маме скажу, что я тебя сама отпустила. Мама, совсем не боишься? А чего ее бояться?
Ну так договорить? Нет, не пойдет. Ну так куда мне вещи деть? Не знаю. Сама говоришь, места мало. Да ладно, мало, вон какой шкаф. О-о-о! Ничего смешного, они старые. Говорю же, старые. И вообще нечего рыться в чужих вещах. Там полка свободная, туда вещи положи. Понятно. Нравится? Что тут может нравиться? Можно подумать, я лифчиков не видела. Ух ты! Хочешь померить? А можно? Конечно. Где у тебя зеркало? А у меня нет, только в прихожей. А вот это неправильно. У каждой девочки в комнате обязательно должно быть зеркало. Мама говорит, это не обязательно. Твоя мама вообще большой специалист по части... Моя мама заслуженный педагог. А тебе пора мыть посуду. Да, больная это у нас с характером. Да, я трудный подросток. Где кухню показать? Я не заплашусь. Петровна, как Надя себя чувствует? Нормально. Костыли осваиваем. Мы с девочками хотели прийти помочь. Нет, не надо. Спасибо, мы справляемся. Любовь Петровна, есть минутка. Здрасте. Любовь Петровна, а у меня для тебя подарок есть. В честь чего? Как это в честь чего? У кого скоро день рождения? 40 лет не отмечают. Их скрывают. Слушай, я не знаю. Отмечаю. Не отмечаю. Но у меня для тебя бриллиантовый вариант. Друг моего мужа. Холостой, непьющий и занимается строительным бизнесом. Я замужем. Андрей, это он у нас муж, да? Ты ж его вроде выгнала. Вот значит, было за что? Потом к нам нельзя сейчас. Почему это? Девица-то явилась. Да ты что? Ну и что ты будешь делать? Понятия не имею. Я ее с испугу попросила и посуду помыть, и белье постирать, и пыль вытереть много, да? Нормально. Знаешь что? А я ведь тебя предупреждала. Я тебе говорила, деньги бери. Но нет, нам же важно человечество воспитать. Ну и так тошно, ну хватит. Ну, Макаренко, я тебя предупредила. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. Здрасте. Открываем учебники. Страница 125. Почвы и урожай. Фу.
Ну что? Так, а дишвошер у вас есть? Что есть? У тебя по-английскому что? А тебе какая разница? Ты к нам приехал успеваемость мою проверять или посуду мыть? Я всего лишь спросила. Посудомоечную машину у вас есть? Конечно, есть. И стиральная есть. Только они обе в ремонте, поэтому мы ручками. Каменный век. Как прикажешь мне все это мыть? Как все. Шампунь. А шампунь? В ванной. А что у вас за пятно в ванне? А это ржавчина. Кран течет. Мама хотела отмыть, но ей некогда. Но теперь у нас есть ты. Ототрешь. Вот этот? Угу. Ты что, шуток не понимаешь? Ты что делаешь? Да что? Кто шампунем моет посуду? Откуда я знаю? Может быть, у вас денег не хватает на моющие средства? Это у тебя мозгов не хватает. О, да тут уже и мыть нечего. Что теперь с этим делать? А я предлагала. Дверь не заперта. Не дождешься. А что у вас в ванной? Ржавчина. Вот. Боря, у нас беда. Что такое? Вера опять кого-то сбила? Что это за неуместная шутка? А, простите, я просто волнуюсь. Что случилось? Вера ушла из дома. Куда? К ней, к этой учительнице. Боря, вы должны ее вернуть. Если вы боитесь Тимура, то я все беру. Так, пожалуйста. Ольга Викторовна, я ничего не понимаю. Пожалуйста, объясните мне, что у вас произошло. Что за запах? It smells like hell. Да, ты права, воняет как в аду. А, так английский мы все-таки учим. Да так, маленьку. Ну, с ним у меня все в порядке, так что подтянем. Могу поделиться знаниями? Более надо. Вот ты мне скажи, зачем ты моешь ванну? Тебя кто об этом просил? Личная инициатива. Может быть, скостят срок за разбитую посуду. И потом мне в ней еще мыться и белье стирать. А с маникюром-то придется проститься. Ой. Алло? Вера, я хочу, чтобы ты меня внимательно выслушал. Я тебя слушаю. Замечательно. Верочка, в состоянии стресса некоторые люди способны на неадекватные поступки. А с чего ты взял, что я в состоянии стресса? У меня здесь вполне спокойная обстановка. Незнакомая жизнь, новые впечатления. Я рад, что ты сохраняешь чувство юмора. Но в данной ситуации мне кажется, что ты приняла опрометчивое решение. Тебе кажется. Каким бы ни было это решение, оно мое. А сейчас, Боря, извини, мне совершенно некогда с тобой разговаривать, я очень занята. У меня здесь белье замочено. Вер, а тебя что, домой зовут, да? Ну ты иди, иди, а я и с бельем, и с посудой сама разберусь. Давай, давай, тут скоро мама придет. Вот именно! А меня все отвлекаете! Вер! Вер, доставай, его еще можно просушить! Будем считать, что он утонул. Да. Встреча с избирателями прошла неплохо. Да, сделайте отчет в местной газете. Зачем мне его смотреть? Милый, ты уже тебя в чем-нибудь новенькое увижу. Нет. Да, Ген. И, пожалуйста, поменьше вранья. Раз вы без этого никак не можете. Да. Хорошо. До завтра. Пока. Не понимаю, как можно так жить? Манечка, а что тебя не устраивает? Твое отсутствие. Как? А где я сейчас? По-моему, на работе. Ты не понимаешь, у меня выборы.
Я не хочу ничего понимать. Мне ты нужен. Ну, хорошо. Хорошо. Я сегодня останусь. Хорошо. Ну, а как же Ольга Викторовна? А я на встрече с избирателями в округе. Извини. Да. Да, Оль. Что случилось? Почему ты плачешь? Я попросила Бориса поговорить с ней. Он позвонил, но она бросила трубку. Она моет посуду и стирает белье. Нет, она выключила телефон и не отвечает на мои звонки. Я же просил тебя ничего не предпринимать. Она и моя дочь. Я прошу, ничего не делай. Я сам. Я со всем разберусь сам. Никуда. Сходи в магазин. Купи себе ананас и съешь его. Ну так что, когда? Что когда? Ну, когда господин Арсеньев будет свободен? Сначала ты говорил, что после свадьбы дочери. А теперь что, дочь пропала? Никуда она не пропадала. Тим, ты куда? Домой. Ну, ты же говорил завтра. Я боюсь, как бы надо завтра глупости не надел. Все, пока. Ну что, справляешься? Ну да. Только голова очень кружится. Из чего они только эти моющие средства делают? Ума не приложу. Ого. А это что здесь делает? Оно же мамино. А будет? Твое. Ау! Ты нам что, решила всю квартиру разбомбить? Я, между прочим, облагораживаю твою комнату. А я тебя об этом просила. А? Ну вот. Вот. Теперь это комната настоящей, современной девушки. Да, кстати, скажи, а куда мне деть мою сумку? Под кровать положи. Угу. Слушай, скажи, а тот Борис, которого ты в тазу утопила, он тебе кто? Все думают, что жених. А зачем ты жениха в тазу утопила? Я еще не определилась, кого я утопила. Ух ты! А чья гитара? Папина. А папа где? Был бы сейчас здесь, если бы не ты. А я-то тут при чем? Вот именно, что ни при чем. Ты это лучше в своих проблемах разбирайся, а в мои не лезь. Так. Поскольку у нас теперь есть зеркало, я предлагаю тебе померить блузку. Какую блузку? Ну, то, что тебе так сильно понравилось. А. А. Ну, давай. Так, блузка, ага. Стиль. Раз. Два. Держи. Да, держи, держи. Второй. Два. Два. А тебе идет. Но, правда, немножко великовато. Дорогущая, наверное. Да нет, я ее на распродаже в Милане зацепила. На распродаже? И много у тебя таких? Да я не считала, но теперь будет точно на одну меньше. Надя! Прячь. Я пришла. Бери гитару под кровать, быстрее, 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 давай, 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 скорее. Добрый вечер. Здрасте. Она просто хотела сумку под кровать убрать. А это Надина новая блузка. Правда, ей подходит?
На. Забери. Мне не нужны никакие подарки. Мне, собственно, тоже. Прошлогодняя коллекция. Долго ты будешь ее воспитывать? Да, не выдержит долго. Бросится на шею к своим родителям. Сразу ей новую блузку купят. Яхту вдобавок. Как же? Дочка такой стресс пережила, вместо того, чтобы выдрать ремнем хорошенько. А она белье постирала. И ржавчину отмыла. Да? Да. Мам, давай ее отпустим. Воспитывай меня. Что, тебе мало? Гитару. Убери из глаз моих долой. Спасибо, но меня это ни к чему. Я просто хотел помочь. Мне не нужна помощь. Вот это неправда. Что? Неправда, что вам не холодно, и неправда, что вам не нужна помощь. С чего это вы взяли, что я вру? Ну, у меня идиосинкразия, колжи. Я ее на расстоянии чувствую. Угу. Давайте, рассказывайте, что у вас случилось. А, мне кажется, поняла. Это у вас просто такой способ знакомиться с женщинами. Ну что вы. Для знакомства у меня есть масса других проверенных способов. Но раз выдался такой случай... Увы, мне кажется, что сегодня не совсем ваш день. Простите, мне пора идти. А почему вы за мной идете? Меня не нужно провожать. Да я и не собирался. Я живу в этом же подъезде. Меня, кстати, Александр зовут. Ну, это так, если вдруг мы еще увидимся. Ну что ж, Александр, вы идите, а я подожду. Нет уж, давайте лучше я подожду, а вы идите. А то вы сейчас действительно замерзнете. Мне сама с такой скоростью будет тарелки бить. Придется нам изысок есть. Что-то ее долго нет. Может, не придет? Не в ее интересах. Тем более вещи ее здесь валяются. Да у нее этих вещей. Завидуешь? Что, это плохо? Плохо, что завидуешь. Да ладно. Не, он все есть. Вот не все у нее есть. Вот не все. У нее самого главного не хватает. Совести у нее не хватает. Ты что думаешь, она из отца сюда приехала? Самовыражается паршивка. Очередная блажь дочери олигарха. Ну, ничего, может быть, ее ненадолго хватит. А на тарелку супа дочь олигарха сегодня заработала? Сегодня заработала. А завтра придется самой суп варить. И завтрак тоже. А вам куда подать? Прямо в спальню или в столовую? У нас нет спален. Мы малогабаритные. Зато гордые и независимые. Приятного аппетита. Взаимно. Thank you.
Я так благодарна, Боря, что ты согласился побыть со мной. Я вся на нервах. Сначала этот ужас с машиной, теперь этот побег. Я перестала понимать свою дочь. Не мудрено. Ты вернулся? К сожалению. Я вынужден был вернуться из-за тебя. Я же просил тебя ничего не предпринимать. Зачем ты ей звонила? Дергаешься сама, дергаешь других. Но я не могу сидеть вот так просто, сложа руки. Добрый вечер, Тимур Иванович. Да, здравствуйте. Мне кажется, у нас нет оснований для паники, поэтому вам не стоило прерывать вашу встречу с избирателем. Смешной ты парень, Борис. Мне даже интересно, а что для тебя важнее? Моя избирательная кампания или то, что происходит с твоей будущей женой? Тимур Иванович, для меня одинаково небезразлично и то, и другое. А. Ладно. Утром отправляйся туда и привези ее. Я думаю, ночь, проведенная там, для Веры будет вполне достаточно. Надеюсь, Ольга Викторовна потерпит до завтра и перестанет рыдать над несчастной судьбой своей дочери, которую воспитала взбалмошной идиоткой. Воспитала, как сумела. Ты бы мог это сделать лучше. Только когда тебе? У тебя же выборы, партнеры, референты всех мастей и оттенков волос. Боря, на тебя завтра все надежды. А это зачем? Ну, это крем для лица. Дневной. Его лучше утром. Mm. А сейчас возьму вот этот. Так. На. Это тебе. Что это? Ты что, раскладушку никогда не видела? Ну, почему видела? А я что, на этом спать буду? Почему можешь смотреть спать на полу? Знаешь, как кому нравится. На. Зачем? Это ее домашнее задание. Проследи, чтобы она все сделала. И выведи ее гулять завтра, а то... Это что? Дай сюда. Ну-ка, забери. А вы что, Любовь Петровна, кремами не пользуетесь? Я пользуюсь. Только не чужими. Раскладушка. Это монстр какой-то. Что-то гляди, пальцы откусит. Зато прочная. На этой раскладушке даже Эльвира Михайловна спала, когда с мужем поругалась. А Эльвира, это, я так понимаю, залог прочности? Родственница? Мамина подруга. Учительница. Еще одна? Ну, это уже явный перебор. И часто она вас ночует? Не часто. Это уже хорошо. Ой. А на руки зачем? Как зачем? Рукам же тоже нужен особый уход. Иначе будут такие же, как у твоей мамы. Давай сюда. Ты что? У моей мамы нормальные руки. Она этими руками и гвозди забивает, и унитаз моет. И потом они красивые, поняла? Поняла, поняла. А что это она все сама делает? Папа где? Сбежал? Ничего он не сбежал. Она сама его выгнала. Пьяница, что ли? Сама ты пьяница. И дура к тому же. Да, а вот тут ты абсолютно права. Эй, доброе утро. Доброе утро, говорю. О, это ты. А я думала, тоже смоталась по-тихому. А ты давай-ка поднимайся, нас ждут великие дела. Ничего нас с тобой не ждет. Надь, ну ты прости меня. Я ничего плохого твоему отце сказать не хотела.
Да ты вообще ничего плохого делать не хочешь. У тебя это само собой получается. Но я же уже извинилась. Мир. А чем пахнет? Я жарю яичницу. Ой, мамочки. Она тебя теперь точно выгонит. Я только завтрак хотела приготовить. Приготовила? Ну так чего, она у тебя прям посуду моет, да? Mm-hmm. Может, мне одолжишь на денечек? Я давно генеральную уборку не делала. Ну, если пара лишних тарелок есть. А, так все-таки, значит, потери случаются, да? Слушай, заканчивала бы ты это. Я вот думаю, никакого толка не будет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Прямо завтра и посмотрим. А почему завтра? А ты что, день рождения решила зажать? Зажмешь. Ты что, придешь? Приду. Потихоньку, потихоньку. Подожди, сейчас. Давай. Тихо-тихо. Оп. Хорошо. Слушай, давай ты сама, а? Я сейчас не вернусь, ты у нас еще целый год будешь яичницу дома жарить. Но, во-первых, тебе приказано гулять. А во-вторых, это твоя идея. Так что вперед! Может, на лифте, а? Надь, ну лифт не работает. Привет, Надюх. Привет, Саша. Здравствуйте. А мы, оказывается, с вами еще и соседи. Ну, а вы что, знакомы? Только в одностороннем порядке. Здравствуйте, Саша. Угу. А, ну тогда знакомьтесь. Это Вера. Наша родственница. Ну да, родственница. В Москву приехала. А, ну так это здорово. А куда вы собрались? Да в хозяйственной. У нас тут небольшая беда приключилась. Неудачно позавтракали. Вот теперь нужно стену красить. Бывает. Ну пойдем, пойдем. Не, не могу, я боюсь. Ну вот что с ней делать, а? Разрешите? Подержите. Ну-ка. Ой! Догоняйте. Ой! О, спасибо. Опа. Ну вот и приехали. Спасибо вам. Да не за что. Неплохая зарядка. Ой, здрасте, Катя. Здрасте, здрасте. Все, прогуляться вышли. А... Как нога твоя? Да, нормально. Нормально. У них все теперь нормально. А вот как поговорить по-человечески, они даже не знают как. Ну что, гадюка-то эта, которая тебя сшибла, судить будут? Пока нет. Как нет? Где же тогда справедливость на свете? Может, она еще исправится. Ой. Исправится? Такие никогда не исправляются. Она или откупится, или сбежит за границу. Вы не волнуйтесь, не сбежит. Бежит, сбежит. Глазом моргнуть не успеете, как сбежит. А ты кто такая? Да, это родственница. Погостить приехала. Родственница? М? Погостить. Чего же вы все в Москву-то претесь, а? Родственники, дядьки, так, тетки. А где твой магазин? А вы знаете хоть, какая вам краска нужна? Обычная, для стен. Понятно. А стены вы до этого красили? Нет. Но это, наверное, несложно. Ясно. Придется взять на 2 мешевства. За мной. Ой, аккуратно. Ну все, мы можем приступать. Только я не понимаю, зачем нам столько цветов? Ну как, мы все попробуем, а потом выберем, который нам больше всех понравится. Класс. Ну, весело же получается. Класс. Мама, сиди, я сама. У нее впереди должен быть ключ. Боря. Не ожидала. Мама! Надя, вы идите красьте, я сейчас приду.
выйдем. Я тебя слушаю. Для начала здравствуй. Борь, сейчас не время и не место этому. Вот поэтому я и приехал, чтобы увести тебя туда, где этому есть и время, и место. Видишь ли, Боренька, я сейчас немножко занята. Давай в другой раз. А давай ты не будешь ломать эту комедию, и мы просто поедем домой, а? Я никуда не поеду. Это глупо, в конце концов. Отдать тебя в рабство в этот свинарник. Это не свинарник, Борь. Это место, где живут люди. Обычные люди. Как ты умеешь ловко поставить все с ног на голову? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Именно поэтому я останусь здесь. Ну, Вера. Я понимаю. Я прекрасно понимаю, что чувство вины не позволяет тебе отсюда так просто уйти. Но я уверен, что мы сделаем этой женщине... Любовь Петровна. Эту женщину зовут Любовь Петровна. Мне плевать, как ее зовут. Мы ей сделаем такое предложение, которое всех устроит. Да я знаю обо всех ваших предложениях. Это бессмысленный разговор. Борь, мне пора идти. Ты не можешь просто так уйти, потому что Тимур Иванович меня попросил. Ах, Тимур Иванович. Тогда все понятно? Нет, тебе ничего не понятно. Ты всех обвиняешь в эгоизме, сама думаешь только о себе. Я хочу тебе напомнить, что мы с тобой собирались пожениться. Собирались. Но теперь мне действительно нужно хорошенько об этом подумать. Пока. Александр, а у вас очень неплохой вкус. Вы, случайно, не художник по профессии? Нет, я автомеханик. Ого, удивительно. А что, вы считаете, что у автомехаников не может быть вкуса? Я этого не говорила. А вы чем занимаетесь в свободное от пожаров время? Я? Она учится в педагогическом, а будет преподавать английский. О, it's very nice to hear it. I apologize for my heavy accent. Well, it's not that heavy at all. Where such a good knowledge came from? Так, все, 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 завязывайте, я ничего не понимаю. Вот именно поэтому иди к себе в комнату и делай уроки. Пожалуйста. Не командуй. Ну и откуда такие знания? 6 лет Бауманки и кандидатский минимум в аспирантуру. Ну, Александр, вы меня удивляете все больше и больше. Бауманка, аспирантура, автомеханик. Да все просто. Науку пришлось оставить. Мама заболела, деньги были нужны. Открыл небольшую мастерскую. Вот чем, собственно, и живу. Необычно. Да. Спасибо вам большое. Да не за что. А хотите, я вам Москву покажу. Правда, сейчас холодновато, но все равно не пожалеете. Я такие красивые места знаю. Конечно. Только не сегодня. У меня ведь Надя и ее английский. Ну, хорошо. Угу. Я тогда пойду. Александр, можно еще один вопрос? Надин отец, он где? Просто я сама спросить стесняюсь, они мне не говорят. Люба с Андреем расстались пару лет назад. Он музыкант, рокер, все такое. В общем, не сложилась карьера. Начал выпивать. Сейчас играет в ресторане. Надя очень переживает по этому поводу. А Люба... Люба женщина с характером. Ну, это я знаю. Спасибо вам еще раз. Но с вас прогулка. Договорились? Счастливо. Да ты что, девушка, с ума что ли сошла, а? Если ты думаешь, что ты дома можешь такие подобные фокусы устраивать, тебе здесь все с рук сойдет, я что просила? Я просила одну простую вещь, завтрак приготовить, а ты мне кухню черти во что ведь превратила! Может, хватит на меня кричать? Ах, мне нравится. Ох, извините, Вера Тимуровна, что позволила повысить на вас голос. Только слово «извинить», наверное, вам не знакомо. Знакомо. Любовь Петровна, извините меня, пожалуйста. И за сковородку, и за стену. Но кричать на меня все равно не обязательно. Да.
Не обязательно. Как не обязательно бить посуду. Не обязательно хлопать дверьми. И не обязательно пьяный. Мама, все. Перестань. Хватит. Это я. Я придумала покрасить стену. Ну, ты все равно хотела ремонт сделать. Ну, ремонт. А не цирк Шапито. Ну, мамочка, не расстраивайся. Ой. Завтра люди придут. А тут такое. Какие люди? Тетя Эля. Вы хоть ели что-нибудь? Не успели. Ну да. Куда вам? Ладно, давайте руки мыть и будем обедать. Не подавать? Ой, ну не умничай. Господи, откуда взялась-то на мою голову? Помочь? Нет, спасибо, я сам. Далеко собрался? У меня встреча. Даже не буду спрашивать, с кем. И не надо. Ты не видела мою заколку? Спасибо. И что ты собираешься делать? Не знаю, я очень рассчитывал на Бориса. Ну, а если эта женщина еще что-нибудь придумает? Ты хоть понимаешь, что ради твоей репутации наша дочь сейчас в заложниках? Понимаю, Оля. Поэтому и пытаюсь найти выход из положения. Не там ищешь, Тима. Ты, конечно, извини, сейчас, наверное, не стоит, но... Я так больше не могу. Не хочу это терпеть. Ты, Тима, не приходи сюда больше. Что? Куда сюда? Для начала в эту спальню. После развода найдешь мне что-нибудь приличное. Ты о чем? А нас, Тима. А нас. Тимур и Ольга Арсеньевы. Самая крепкая пара в российском бизнесе. Все. Нет больше такой пары. Ты понимаешь, что ты говоришь? Я очень хорошо понимаю. Зря. Дорогая вещь. Я не знала, что автомеханики так рано ложатся спать. Да я не спал. Просто как неожиданно. Александр, мне нужна ваша помощь. Вы уверены, что хотите пойти туда одна? Да, я думаю, что с незнакомым человеком он будет более откровенен. Я так совершенно не думаю. Может, все-таки вместе пойдем? Нет. Ждите меня здесь. Спутана жизнь нить, правил не изменить, новых светил шальных лучей. Катится мой клубок не по прямой, а в бок, и потому он одинок. Он ничей. Если бы вновь пути нам в параллель свести, было бы легче вместе идти. Счастье свое найти, смело сказать прости, объединиться нам по пути, нам по пути. Нехорошо, когда всякая ерунда мешает жить, но не забыть. Все, что произошло, где потерял тепло, а с кем реально повезло. Как
как же быть? Если бы вновь пути нам параллель свести, было бы легче вместе идти. Счастье свое найти, смело сказать прости, объединиться нам по пути, нам по пути. Аннушка, оставайся такой же юной, энергичной, молодой, изящной. Ребята, за Аннушку, 18 лет. Добрый вечер. Привет. Хорошая песня. Понравилась птица? Засуть не могу, еще спеть. Заказывай. Да есть одна песня, но я боюсь, что вы ее забыли. Ну, ты не бойся. Мы с Серегой все песни помним. Да, Серега? Ну? А про девочку Надю? Надю? Какую Надю? Вашу дочь. Да что, птица, да как я туда пойду? Мне туда дорога заказана. Конечно. А зачем куда-то ходить? Проще же философию разводить про одиночество. Песенки петь про пути, которые никогда не пересекутся. А вот так, чтобы самому взять все и собрать в кулак. Слабо, да? А ты откуда знаешь, что мне слабо, что нет, а? Ты вообще что про меня знаешь? Может, у меня кроме Нади ничего хорошего в этой жизни не случилось. Теперь, когда у Нади беда случилась, вам все равно. Какая беда? Ногу сломала. Как сломала? Машину сбила. Случайно. Что здесь случайно? Так, послушайте, вы хотите дочь увидеть? Хочу. Так у вас для этого есть прекрасный повод. День рождения вашей жены. Люба. Я у Любы серьги взял и пропил. Она меня на порог не пустит. Подарите другие. Какие другие, милые? О чем ты? Подождите. Вот эти вот возьмите, а? Ну, пожалуйста, я не дарю, я в долг даю. Потом будут деньги, отдадите. Я не понимаю, а тебе зачем это надо, а? Не мне. Это Наде надо. Эй, подруга, ты откуда? Что-то я таких на районе не встречал. А? Да, ты чего? Она с моего района. Понял, братан. Понял. Испугались? Да, немного. Спасибо. Пойдемте. Вер, ты чего? Так. Что происходит? Я мусор выносила. Мусор? А который час знаешь? О, уже 12. С днем рождения, Любовь Петровна. С днем рождения, мамочка. Спать и немедленно. Спасибо.
одета на самом деле была. Завтра. Все завтра. Наконец-то стала, Соня. Доброе утро. А, рассказывай. Где Любовь Петровна? Она на работу собирается. Давай, рассказывай, давай. Ты ж ничего мне рассказывать, я мусор выносила. Мусор это для мамы. Вы с ним целовались, да? С кем? Ты мне лапшу на уши не вешай. С кем? Ты же обещала мне рассказать. Хорошо. Нет, мы не целовались. Как? Ну вот так. Ну с чего ты взяла, что если два взрослых человека встречаются и общаются, они обязательно должны целоваться? А как иначе? Что целоваться? Про что это целоваться? Что? А? Любовь Петровна, а вы знаете, подслушивать чужие разговоры не очень этично. Зато педагогично. Не надо, я прошу, не надо девочке всякими глупостями голову забивать. Ты пылесосом пользоваться умеешь? Да. Ну, то давай-ка, чтобы к моему приходу вся квартира была чистая. А ты красавица. Английским займись уже. Мам, я им все время занимаюсь. Любовь Петровна, ну сегодня такой день. Ну какие уроки, какой английский? Да, мам, день рождения. Ну, у меня же. Goodbye. Чем обязан столь раннего визита? Ну, не такой уж и ранний. Потом, к чему все это? Насколько я знаю, у тебя хватает мест, где можно провести ночь? Надо поговорить. Не вижу смысла. Уже достаточно сказано, сделано. То, что произошло, это закономерно, знаешь. Эгоизм всегда приводит к одиночеству. Интересно. От тебя слышать про эгоизм. Я всю жизнь делал все ради вас. Чего тебе не хватает? Шмоток, денег? Ведь именно тебе это было нужно. Да, было нужно. Только раньше за всем этим был ты. А теперь вот это все есть. А тебя нет. А ты? Где ты была вчера? Все время, моя дорогая, в салоне, в бассейне. Да когда ты в последний раз интересовалась, как я живу, как я себя чувствую? Жрал я, наконец, или не жрал? И ты нашел того, кому это интересно. Оля, как же ты не понимаешь, что именно из этих мелочей
и состоит то, что называется семья. Очень вовремя ты вспомнила о семье. Тогда, может, скажешь, где моя дочь? Once, when she was 6 years old, she had fallen from fallen from. Я все, я не могу, дурацкая книжка. Ой. Отличная книжка, просто замечательная. «Унесенные ветром». «Gone with the wind». Между прочим, про женщину, которая сделала себя сама. Once, when she was 6 years old, she had fallen from a tree, flattened her stomach. She could still recall the sickening interval before breath came back into her body. Now, as she looked at him, she felt the same way she had felt then, breathless. Что ты из этого поняла? Ничего. Про 6 лет поняла. И про дерево. Ну вот, уже молодец. А говоришь, ничего не поняла? Слушай, как по-настоящему. Однажды, когда ей было 6 лет, она упала с дерева. Плашмя. Животом вниз. Она навсегда запомнила тот миг ужаса, прежде чем дыхание вернулось к ней. И теперь, когда она смотрела на него, это чувство вернулось к ней опять. Красиво. Про любовь, да? Конечно, про любовь. Да, нам Эльвира такого не читает. Мы все больше «London is the capital of Great Britain». Ну, это тоже полезно знать. Ну, конечно, полезно, только про любовь интересно. Еще бы. Так, пылесос. Что, не получается? Конечно, не получается. Это тебе не английский. Здесь думать надо. Спасибо. Пожалуйста. Наконец-то. Да, Даш, привет, у вас перемена? Перемена. Долго ты еще будешь дома валяться? А хоть бы соскучилась. Короче, мы к тебе завтра придем после уроков. А, хорошо, а мы это кто? Как то? Я, Таня, еще тут один. Че, Ромка, что ли? К ней не надо, я как дура буду с этим гипсом. Не надо. Знаешь, сама ему скажи. Что, Соня? Привет, Надь. Ну, как ты там? Привет, нормально. Вот книжку на английском читаем. Круто. Так не можно прийти? Сейчас. Ко мне друзья хотят прийти. Можно? Do you have any problems? No. No problems. Ну, это в смысле можно? Можно. Ну что? Что, можно? Да. Ребята, сделай домашку. Можно. Я не сделаю. Можно. Ты чего? Ничего. А что это у нас с дыханием? А грудь не спирает? Не спирает. Я же с дерева не падала. Да, тебя просто сбила машина. Это ты мне говоришь? Да. Давай пылесось. Есть. Фух. Пылесос. Помочь? Да я сама. Добрый день, Тимур Иванович. Здравствуй, Маша. Извини, я сейчас очень занят. А я вижу. Только не понимаю, почему. Что ты не понимаешь? А я не понимаю, как такой деловой человек, как ты, не держит своих обещаний. Я, между прочим, тебя всю ночь вчера прождала. Ночь я провожу дома. А с каких это пор? Будем считать, что начиная с сегодняшнего дня. Оля хочет развод. Ну так замечательно. Значит, теперь никаких препятствий, чтобы был свободным. С чем тебя, собственно, и поздравляю. Меня?
Ты, наверное, хотел сказать нас. Нет, Паш, тебя. Ты молодая, красивая, умная. Тебя в жизни все еще только будет. У меня было. Я хочу сохранить то, что еще осталось. Ну ты же обещал. Обещал, что ты никогда ни в чем не будешь нуждаться. А теперь что? Жаба задушила? Очень интересно. Ну и как у нас это вот все называется? Кубизм, да? Слушай, с кухней давно надо было что-то делать, а так даже как-то, по-моему, весело получилось. Угу. Что-то я не узнаю вас, Любовь Петровна. Ну и чья вот эта вот идея? Надь говорит ее. И ты поверила, да? А я вот уверена в том, что не обошлось здесь без этой твоей олигарши. Слушай, заканчивай свои педагогические опыты, они тебе всю квартиру на пару раскрасят. Скажи мне, пожалуйста, она тебе что-нибудь подарила? Ну что, мне подарки ей нужны, что ли? Квартира целая, и слава богу. И правда, что? Радуемся малому. Что, ты давно не носила? Держи ее, дочь. Пожалуйста, держи, Гастик. Давай, ты все ты. С днем рождения! Ура! Вот. Любовь Петровна, это вам от нас с Надей. Боже мой. Какой букет огромный. Где же вы его прятали? У нас и места вроде как нет. А думала, Саша, чтобы ты не увидела. Нравится? Очень. Ну, букет, прямо скажем, так себе. Подарок. А мы сейчас разольем, будем тебя поздравлять. Девочка, сгоняй на кухню, принеси вазу. Давай. Надюш, садись. Ты что, я гонять-то знала? А? Ты же сказала эксперимент. Иль. Ну, мой эксперимент, наверное. А налейте мне кто-нибудь, пожалуйста, сок, а то я не дотянусь. Давай. Спасибо. Разливай, я налью. Так, давай. Спасибо, мамочка. Я открою. А кто это? Мы кого-то ждем? Нет. Интересно. Любовь Петровна, я это к вам. Папка! А? Папочка. Привет, доча. Здравствуй, Люба. С днем рождения. Ну, если все в сборе, давайте праздновать. Привет. Привет. Страдаешь в одиночестве? У нас тут неплохая компания образовалась. Присоединяйся. Спасибо, не в настроении. Понятно. Сбежавшая невеста продолжает изучать жизнь маргиналов? А ты откуда знаешь? Ольга Викторовна звонила, жаловалась. А ты с Верой разговаривал? А толку? Я приехал, она меня выставила. Похоже, она действительно увлеклась. Чем? Чем она увлеклась? У нее все есть. Что ей еще нужно? А ты думаешь, нам от вас только бабки нужны? А ты хочешь сказать, что нет? Не хочу. Но мужик хорош, тоже не помешает. А я плохой. А ты давай присоединяйся. Там просмотрим. Thank you.
уносится мнение, время река, и жизнь, как у всех, года, города. Но стоит ли вновь открывать забытую временем дверь наших ушедших иллюзий и вдоволь пропитых потерь? Вместе, как только могли, вместе, как только пришли, в этот странный до боли удивительный мир мы карабкались в небо, но падали вниз. А сейчас, может, нам повезет. Улыбнись, улыбнись. Все-таки сволочь. Будем считать это комплиментом. Слушай, папа, это из нового, да? Да так, вчера набрядилось. А, так я считаю, что это повод? Да не, я водички. Давно ли Андрей Павлов с беленькой на беленькую перешел? Мам, ну хватит уже, а? Любовь Петровна, я думаю, что ответы на острые вопросы мы оставим потом. За именинницу. Не учи меня. Ура! За именинницу! А, да. Чуть не забыл. Люба, с днем рождения. Это тебе. Спасибо. Любовь Петровна, посмотрите, пожалуйста. Давай мерить. Подожди, подожди. Любовь Петровна первая померит. Потом помери. Угу. Ну что, я, наверное, сладкое несу, да? Вера, а? Помоги-ка мне. А? Ты меня за идиотку держишь, да? Думаешь, не пойму, откуда серьги взялись? На, забери их немедленно. Какая разница, откуда они взялись? Вы на Надю посмотрите, она же светится вся. Какая же вы жестокая, что из-за каких-то жалких бирюлек готовы запретить дочери общаться с отцом. А я добрая уже была, пока он всю мою доброту и терпение до дна не выскреб. Я же помочь хотела. Ладно ты. Ладно, ты его пожалела, Сережке ему отдала. Но он-то, он-то как мог их взять? Господи, стыдно так. Он же даже не постеснялся. Права, не постеснялся. Слишком соблазн был велик. Такой повод тебя увидеть, дочь. А Вера здесь ни при чем, просто помочь хотел. Дочь, пока. Пока. Пап, так, подождите, я виновата, я сейчас его верну. Зачем? Зачем ты его выгнала? Надь, я не... Он же ко мне пришел, не к тебе. Видеть тебя не хочу! Андрей Сергеевич, подождите! Ой, простите, я обозналась. Ничего, бывает. Привет! Привет, какая хорошая. Его Дизель зовут. Ваш? Мой. Ну что, получился сюрприз? Не очень. Точнее, совсем не получился. Эй, ну зачем же плакать на ветру? Есть более подходящие для этого места. Хотите чая? Очень хочу. Привет.
Подожди, дай отдышаться. Боже, сколько страсти. Ну, ты сама просила доказательств. Я просила проводить меня домой. О последствиях мы не договаривались. Мне уйти. Это был бы мужской поступок. Хорошо. Я уйду, чтобы остаться для себя мужчиной. Для нее. А меня останется только пожалеть. Не могу оставить женщину в таком ужасном настроении. Уважаю. А как же ваша бедная рабыня? А? К черту рабыня! Присаживайтесь. Спасибо. Ой, какой красивый сервиз. Это мамин. Мама любила красивые вещи. Интересно, у вас тут. Дизель! А, ты какой попрошайка ты, а? М? Почему дизель? Я его еще щенком под мотором дизельного Мерса нашел. Пригрелся там, вот и получился дизель. Саш! У вас столько книг, и все такие разные. Я всеяден. А не скучно после аспирантуры сидеть в грязной мастерской? Почему грязной? Нормальная мастерская. Да и работа мне моя нравится. Вы ведь тоже хотите учительницей стать? Я? Учительницей? Почему? А зачем в педагогический пошли? А, ну да. Ну, а что касается науки, да, хочется иногда вернуться. Да и кому это все сейчас нужно? Ну, вы не правы, Саша. Я считаю, что талантливый человек всегда кому-то нужен. Вы считаете меня талантливым? Уверена. Саш, я хотела вам сказать... Мне пора. Мои все, наверное, уже улеглись. Поздно. Вы хотели мне что-то сказать? Я дура, да? Зря все это затеяла с Андреем. Нет, Лёшка... Вер, не зря. Вы просто добрый человек, который думает не только о себе. Спасибо. Не за что. Вы приходите еще. Мы с Дизелем будем рады вас видеть. Обязательно. Я вас провожу. Тут недалеко. Доброе утро. Я знаю, ты его любишь. Ты его очень любишь. Но пойми меня, я не могу его такого принять. Ну, не могу. Решил проверить, как проводит время его будущий зять. Хочешь, я отвечу? Глупо. Да, Тимур Иванович. Чей адрес? Да, знаю, конечно, да. Хорошо, да, сейчас приеду. Что случилось? Старик не в духе.
Надо в офис ехать. За дочь переживает. Ага. А ты разве не волнуешься? Что есть повод. А если я поделюсь с ней подробностями? Ты этого не сделаешь. Не сделаешь. Иди работай, мужчина. Это не то. Это тоже не то. Ух ты. Вера, это бессмысленно. У меня все равно ничего приличного нет. Принцесса, но к тебе сегодня придут гости. Какие гости? Дашка с Танькой и все. А Рома? Ну и Рома. Вот именно поэтому сегодня ты должна выглядеть очень и очень круто, чтобы твой, ну, Рома просто обалдел. И что делать? Ну, если не можешь найти, то нужно купить. Купить? А деньги? Видала? Твоя? Сейчас это не имеет никакого значения. Что же, я за всех должна отдуваться. Круто. Но маме это не понравится. Я, в конце концов, платье не тебе покупаю. Я платье покупаю себе. А тебе дам просто поносить. Ты же мне потом вернешь. Обязательно. Сань. Ну как? Че, как часы? Оформляем? Да, давай, оформляй. Значит так, смотри. Раз, два, три, четыре. Это что? Свечи и другие поставил. Как другие? Так это же совсем новье, фирменные. Сань, запчасти нынче кусаются. Мы потом эти подороже загоним. Значит так, давай полезай обратно и ставь все как было. Да никто не заметит, она вообще лохушка. Ты понял? Ради бога, сделаю как хочешь. Сань, ты вообще странный. Я вообще не понимаю, как ты с таким отношением хоть что-то зарабатываешь. Слушай, а давай я тебе завтра зарплату урежу вдвое? Зато прибыль появится. Как тебе? Опа! Это ко мне. Давай, иди. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Ты... Извините, то есть вы... Давайте, чтобы не путаться в местоимениях, перейдем на ты. Принимается. Так как ты тут оказалась? Бесполезно, наверное, говорить, что стало интересно, где ты работаешь. Абсолютно. Тогда правду. Я тут устраиваю личное счастье одной моей знакомой. Нужна машина. Славка! А? Здрасте. Слушай, мне нужно сейчас отъехать. Ты тут все закончи. Хорошо? Ты слышишь меня? Слышу, хорошо. Я только умоюсь и выйду. Мы у подъезда будем ждать. Угу. До свидания. До свидания. Чего, халтура подвернулась? Да нет. Вроде настоящая. Период агитации в рамках проведения городских выборов близится к завершению. Наш корреспондент провел анализ ситуации, сложившейся в 48-м избирательном округе столицы. По последним результатам экзит-полов предвыборной кампании наметилась тенденция в изменении позиции кандидатов. Владелец крупнейшего в стране промышленного холдинга «Союз» Тимур Арсеньев уступает своему оппоненту почти 15%. Ну? Какие будут предложения? Надо действовать агрессивнее, жестче. Нужен компромат. Геннадий Александрович, но неужели у вас на него ничего нет? Есть кое-что. Это снимки скрытой камеры в одном загородном доме. На них наш оппонент и его сотрудница. Все свободны.
Тимур Иванович, а с этим что делаем? Убери. Не понял. Я тоже не понял. Пока. Иди, иди, работай. Или еще померим? Ну, давай вот эту. Она очень красивая. Она мне очень нравится. И мне тоже очень нравится. Сколько она стоит? Сколько? Слушай, за все платит холдинг Артеньева, поэтому мы здесь совершенно ни при чем. Вау! Выход в свет. Ирка. Да, это я. Что-то так удивилась. Привет. Привет. А это значит, наш инвалид? Во-первых, я не инвалид. И уж тем более не ваш. Прости, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть. А я Ирина. Надежда Андреевна. Надя, ты сходи пока переоденься, тебе помочь? Сама справлюсь. Серьезная девочка. Ну, как живешь, подруга? А знаешь, хорошо. И не надоело еще? Представь себе, нет. Знаешь, я тебя даже уважаю. Вот я этих теток как огня боюсь. У них же к нам классовая ненависть. Им лишь бы все забрать и поделить, чтобы на Ашан хватило. А у меня тут машина сломалась, так я в метро спустилась. Знаешь, там такой запах. Ужас. Простите, а где девочка? А она ушла. Куда ушла? Вер, погоди! Надя! Да подожди ты! Надь, ну стой! Надя! Надя, подожди! Да подожди ты! Ты на костылях уже быстрее, чем я бегаешь. Ну, куда ты убежала? А платье? Да не надо мне никакого платья. И потом от меня плохо пахнет. Господи, ну зачем ты повторяешь чужие глупости? Глупости? По-моему, ты просто притворяешься. На самом деле такая же, как и она. Очень жаль, что ты так думаешь. Ну что, купили? Нет, цена не подошла. Ясно. Предлагаю сделать перерыв и поесть. Тут кафешка есть хорошая неподалеку. М? С удовольствием. Угу. А ничего, что не ресторан? Какой ресторан? Ничего. Не волнуйся, Александр, мы тебя не разорим. А, спасибо. Ну так мы идем? Да идем, идем. Боря? Простите, мне нужна Любовь Петровна. Да, это я. Вы из какого класса? А, ну, в смысле, в каком классе у вас ребенок учится? Мой ребенок уже школу закончил. Только не здесь, а в Лондоне, но это сейчас не имеет значения. Я Арсеньева. Ольга Викторовна. Я вас слушаю. Дайте мне дочь. Вам завернуть? Или так будете брать? Зачем вы так? Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Наши дети — это совсем другое поколение. Они не терпят ни свободы. И ограничивать их в этом противоестественно. Эта свобода позволяет им пьяными за руль садиться.
Это для вас естественно. Нет. Это ужасно. Верочка просто вообще никогда сама не ездила в Москве, а только с водителем. А дом, наверное, домработница на нее все делала. Да. Домработница. Даже две. И в этом нет ничего плохого. Слушайте, зачем вам это, а? Не хотите денег? Хорошо, если вам важно так. Моральное наказание. Остаток месяца могу отработать я. Поверьте мне, я это умею. У меня больше нет сил. Я очень переживаю за Веру. Но ваша мать, неужели вы меня не понимаете? Да никто не держит вашу Веру. Успокойтесь вы. Как? Так. Сама пришла, сама может уйти. Что, не нравится? Да вы попробуйте, это вкусно. А я... Что ты? Я не голодна. Я пойду руки помою. Угу. Привет. А что, девочки, не добавите ли нам? А то на винегрет не хватает. Чего добавить? Рубликов. Слышь, мужик, иди отсюда. Работать надо. Грубо, но доступно. Ты чё с ним так? Да ничего страшного, перетопчется. О, к тебе. Добрый день, Вера Тимуровна. Надя. Здрасте. Здрасте. Я смотрю, у вас бизнес-ланч. А ты откуда здесь? Вера, я хочу, чтобы ты вернулась домой, и мы все наконец-то успокоились. Как я давно не слышала вот этого «я хочу». У нас гости. Здравствуйте. Александр. Борис. Очень приятно. Может, пообедаете с нами? Я сейчас официант. О, нет, спасибо. Я зашел только поздороваться. Так, может, присядете? А, спасибо. Спасибо. А вы знакомый Веры? Да. Достаточно близкий. А вы? Сосед. Сосед. Работаете в Москве? В Москве, в Москве. Вы не против, если я начну, а то голоден безумно. Конечно, конечно, конечно. Спасибо. А что ж вы так, может быть, соточку для аппетита? Не, я за рулем. А кем вы работаете? Автомеханик. Автомеханик. Так что, если что надо, обращайтесь через Веру. Через Веру? Да, я смотрю, твой социальный эксперимент дошел до самого дна. Не понял, что за эксперимент? А нам сейчас Вера все объяснила. Пожалуйста. Сколько с меня? Сотню. А будешь допивать 200. Вера, перестань эту комедию ломать.
расплатись, Боря. Расстроилась очень. Это ее парень. Бывший. Делегация какая? Любовь Петровна, мы к Наде. Ненадолго. А ее нету? Нет, вы проходите, она скоро придет. Проходите, проходите в гостиную, не стесняйтесь. Это вам. Не мне, наверное, но... Ну, проходи, не стесняйтесь. Да, да, мы уже подходим. А что, Вера? Ну, как где? Вот со мной. Да. Ну, давай, скоро будем. Она уже два раза звонила. Надо идти. Вера! Может, ты ее все-таки к себе возьмешь? А я маме что-нибудь совру. Нет, в таком деле врать бесполезно. Что значит возьмешь? Я не верю. Я больше никого не боюсь. Тихо, тихо! Руки! Я сама. Доктор! Любовь Петровна, дайте я вам помогу. Давай. Сейчас, встань на угодно. Любовь Петровна, все нормально, мы с ней немножко погуляли. Да, я сейчас тебе все объясню. Ну-ка, дыхни. Что? Дыхни. А дети? Ну, у нас вот, в общем, чай отменяется. Давайте, мы все потом. О, Рома, настойте. А что, не понимаешь меня? Ну, Любовь Петровна, надо как-то Рюри Михайловна сказать, что английский... Давай. Иди секунду. Мам, иди в свою комнату. Ну что, начнем воспитательные работы. Ты вообще соображаешь, что? Ты понимаешь, что обо мне ученики сейчас будут думать? Извините. Извините! Извините! А слова для тебя что-нибудь значат? Да тебе извиняться так же легко, как и подлости делать. Какие подлости? Какие подлости? Да пьяный за руль садится, детей избивать на дорогах, людей между собой сталкивать, идти гулять с чужим ребенком, напиваться заодно. Дорогая моя Любовь Петровна, вы все знаете, все умеете, считаете, что живете правильно. Тогда ответьте мне на один вопрос. Отчего же вы такая несчастная? Молчите, а я за вас отвечу. Потому что вы не человек, Любовь Петровна. Вы машина, которая работает строго по расписанию. А вы помните, когда последний раз вы улыбались? Нет? Да потому что для того, чтобы быть счастливой, нужно хоть иногда улыбаться. Вы вообще на счастье-то способны? Иди отсюда. Что? Иди отсюда.
сразу нельзя было рассказать? А ты хоть кого-нибудь, хоть когда-нибудь слушаешь? Нет, тебе никого не жалко. Только себя ты так совсем. Ты папу из-за этого выгнал. Он же к тебе пришел мириться. А ты? Теперь еще Вера. Ты вообще никто не нужен. Перестань, как ты можешь так говорить? Ты мне нужна. Да? Я тебе нужна как объект для воспитания. А сейчас я вырасту, меня тоже за порог. Только я могу сама уйти. Замолчи сейчас же. Если Вера твоя такая хорошая, что же она так... Она испугалась, что Борис все расскажет Саше. Потому что я сказала, что она наша родственница. Я этого еще не хватало. Зачем? А тебе было бы приятно, если бы все узнали, что у тебя в прислугах бегает дочь олигарха. Что ты несешь? В каких прислугах? В самых настоящих. Только это неправда. Это неправда, что ты говорил. Что ей на всех наплевать. Она хорошая, понимаешь? Хорошая. И Саша это почувствовал. Они поэтому влюбились. Что они сделали? Влюбились. А это ты тоже видела? Это не обязательно видеть. Я это почувствовала. Я, между прочим, тоже женщина. Я даже не заметила, как ты выросла. Что мы будем делать? Что делают, когда не знают, что делать? Берут помощь друга. Я вокруг все дворы обошел, ее нет нигде. Ну, не могла же она в таком виде уйти далеко. А у нее в Москве больше нет никаких знакомых? Есть. Так позвоните им, может, она там. Им просто так не позвонишь. Саша, а не могли бы вы у нас посидеть? Ну, вдруг Вера вернется, а я тогда к ним съезжу. Хорошо. Проходите, пожалуйста. Ольга Викторовна сейчас выйдет. Да, спасибо. Yes. Любовь Петровна? А где Вера? Значит, домой она не поехала. Домой? Я не понимаю, где моя дочь? Ольга Викторовна, у нас недоразумение произошло. Вера вела себя... Я вспылила, она ушла. А ее состояние... Послушайте, вы меня сводите с ума. Вы мне можете толком объяснить, где моя дочь? Оля, подожди. Мишунь, добрый вечер. Меня зовут Тимур Иванович, я отец Веры. Любовь Петровна. Любовь Петровна. Конкретно скажите, что случилось? И во сколько Вера ушла от вас? Часа два назад она... Говорите же! Подожди, Оля, продолжайте. Да пьяная она. Как бы с ней не случилось чего. Ты чай-то пей, стынет. Ну, а плакать-то зачем? Ты-то здесь при чем? Водку она сама пила. При чем здесь водка? Это же я сказала, что она наша родственница. Ну и что? А она кто? Она... Погоди, я сейчас открою. Я знаю. Здравствуйте, тетя Катя. А, здравствуй. Люб, дома? Нет. А ты что делаешь тут? Так я с Надей. Ага, понятно. Не повезло. Кому не повезло? Ну, кому? Любе. Сначала Надька с ногой, теперь вот это. Ничего не понимаю, вы о ком? О ком? Родственницу их полиция забрала. Как полиция? Сначала подумали, что ей плохо. Ну, с виду приличная деваха. А потом смотрю, глаз стеклянный, перегар. Но я для порядка про документы.
Она молчит. Я говорю, придется с нами проехать для выяснения личности. Она молчит. Ну вот, как говорится, доставили. Ну и где же ваши документы? Дома. А дом где? В Москве. Заговорила. А я думал, не моя. Кравцов, отставить. Ну, раз нет документов, будем устанавливать вашу личность. Фамилия? Арсеньева. Вера Тимурна. Адрес проживания? Я приезжаю. Вы же сказали, дом в Москве. Я у родственников остановилась. У родственников? А телефон там есть? У родственников? Есть. Правда, я его не очень хорошо помню. Он в моем телефоне записан. А мой телефон утонул в тазу с бельем. Кравцова! В тазу с бельем. Понятно. Вы понимаете, гражданка Арсеньева, что мы вынуждены вас задержать до установления личности? Надолго? По закону на 3 часа. Если вы нас еще и обманываете, то до 2 суток. Задерживайте. Да, Верочка, хорошо. Только мне сразу перезвони. Спасибо. У Иры ее тоже нет. Надо что-то делать. Тимур, ну что ты сидишь? Я жду, когда ты закончишь обзванивать ее подружек и начнешь звонить в бары и рестораны. Да. Ненадолго ее хватило. Ну зачем вы так, Тимур Иванович? Вере сейчас не до веселья. Ну, конечно. После того, что вы с ней сделали... Я с ней сделала. Да, Саша. Я поняла. Да. Что? Что? Ну что? Она в полиции. В полиции? Ну, спасибо вам, Любовь Петровна. Не надо, Уля. В каком отделении? Наверное, в 30-м, это около нашего дома. Давайте я с вами поеду. Нет, нет, нет. Поеду я один. А Уля вызовет для вас такси. До свидания. Слушай, лейтенант, ну отпусти девушку. Как же я отпущу? Документов нет, в показаниях путается. К тому же пьяная. Ну, чушь какую-то несет про таз с бельем. Сейчас мы ее отпустим, она в этом тазу сама и утопится. Да вы чего? Граждане полицейские. Ну, посмотрите, ну какая она пьяная? Тебе-то она кто? Подруга, что ли? Подруга? Что ж ты свою девушку из дома выгоняешь в таком виде? Или она сама убежала? Вам подробности нужны? Нужны. Поссорились мы. Я был виноват, а теперь из-за вас вся моя личная жизнь рушится. Чушь ты, парень, до такого состояния свою девчонку довел, что она в обезьяннике готова ночевать. Говорю же, виноват. Тем более, может, она меня простит. Ну так что, гражданочка, прощайте своего. Прощаю. Что-то как без энтузиазма звучит. Еще доказательства нужны? Ой, ну что с вами делать? Поступишь по закону, так скажете, в полиции одни сволочи работают. Топайте домой, друзья. Спасибо. Если ты хочешь извиниться, это лишнее. Да нет, просто Борис... Папа. Здравствуй, Вера. Вот решил выяснить, почему в последнее время ты так часто проводишь время в полиции. Извини, так получилось. Я знаю, ты от меня это уже слышал. Трудно поверить, я понимаю, но... А я не очень, если честно. Поехали домой, а по дороге все объяснишь. Пап, ты познакомься, пожалуйста. Это Саша, он мне очень помог. Арсеньев Тимур Иванович, спасибо за помощь. Гордеев Александр, не за что. Пока. Ну, поехали. Будем считать, хождение в народ закончилось. Пап, я сейчас. Саша! Подожди!
Саш, я понимаю, все очень глупо получилось. Я совершенно не хотела тебя обманывать. Вер, у тебя все будет хорошо. Ну, Саш... А сейчас мне надо идти. Завтра рано на работу. И тем более тебя ждут. Поехали, дочь. Зачем? Ну, зачем ты приехал? Доброе утро. Ты еще дома? Да проспала. Там в холодильнике от дня рождения что-то осталось. Ты поешь, а вечером я приготовлю. Там ее вещи остались. Я собрала. Надо бы отнести. Не надо. Захочет, сама придет. Думаешь, она придет? Ой, Надя, как я устала думать. Сделать бы так, чтобы кто-то это делал за тебя. Я ведь даже не попрощалась. Ну, она с тобой тоже не попрощалась. Тебе-то какая разница? В смысле, что значит, какая мне разница? Мне совершенно не безразлична судьба этой девочки. Потом, она явно не безнадежна. Так, может быть, не надо было ее выгонять? Или тебе принципы не позволили? Так все. Все, все, я понимаю, это не ты говоришь, это твоя обида в тебе говорит. Она ведь больше никогда не вернется. Да. И не надо ее ждать. У нее своя жизнь. Это ты так думаешь? Нет. Нет, Наденька, это жизнь такая. Очень буду удивлена, если окажусь неправа. Позавтракай. Ты извини, никак не могла дождаться, когда ты проснешься. Вчера так поздно приехали, мы так и не поговорили. Как ты? Очень пить хочется. Сейчас позову Таню, она принесет тебе сок. Не надо никого звать. Я сама. Чего ты меня так смотришь? Да так. Удивляюсь. Ты какая-то... Другая. И тебе эта другая, вижу, не очень нравится, да? Почему? Пока не знаю. Но интересно. Ты вставай, пожалуйста. Сейчас подадут завтрак. Ой, простите, Ольга Викторовна, я не успела. Ничего, Тань, ты иди. Потом. Приберешь. Мамочка моя любимая. Соскучилась. Ты обиделась-то? Да нет, конечно, Верочка. Просто мне так плохо было без тебя. И мне без тебя. Честное слово. Мам, ты папу любишь? Люблю? Ой, мне сейчас так нелегко на эту тему говорить. Я понимаю, мамочка. Мне тоже так сейчас нелегко. Ты прости меня. Ну что ты? Мам, мне просто... Почему у меня так все время выходит? Что хочется одного, а получается совсем другое. Хочется сделать, чтобы все было хорошо, и не выходит. Да, так вот. К сожалению, бывает, моя девочка.
Я ведь тоже хотела, чтобы у нас была семья. Очень старалась, чтобы это получилось. Мам, ну что вы с папой придумали, а? Да не очень-то мы и придумывали. Просто что-то растеряли. Оно и оказалось главным. И осталась привычка. И слово «надо». А зачем это надо, если... Нет ничего. Мам, ты уверена, что иначе нельзя? Нет. Не уверена. Мне вас так жалко с папой. Слышь, Сань, я сегодня пораньше смотаюсь, ладно? Можно подумать, ты вчера попозже смотался. Так что, весна? Куда от нее денешься-то? Тебе я, кстати, тоже бы советовал не перенапрягаться. Куда твоя Вера-то делась? Какая Вера? Ладно, что ты прикидываешься-то? Вчера мне про настоящего впарила, а сегодня какая Вера? Что, поссорились, что ли? Во мнениях разошлись. Ну смотри, я бы такое без внимания не оставлял бы. Спасибо за совет. И, кстати, Вячеслав. А что так официально? Потому что тебе сегодня смену нужно отработать до самого конца. И не забудь гараж закрыть. Ты что, куда намылился-то? Ну как? Весна же, ты сам говоришь. От нее никуда не денешься. Держи. Верочка, здравствуй. Здравствуй. Проходи. Какое счастье, что все это закончилось, весь этот ужас закончился. Ольга Викторовна мне позвонила и обо всем рассказала. Видишь ли, Боря, не очень понимаю, о чем ты. Я о свадьбе. О свадьбе. А что, моя мама тебе уже рассказала, что я ухожу замуж? Ну, не совсем такими словами, но я уверен, что правильно ее понял. Боря. А давай закажем что-нибудь. Молодой человек. Шампанского. Дорогого, хорошего. Спасибо. А со свадьбой я не стал бы затягивать. Борь, сейчас совершенно неподходящее время для этого. Извини. Да? Нет, Ген еще не открывал. Даже так? Да, хорошо, я сейчас приеду в офис, да. Звоню помощник Тимура Ивановича, надо срочно ехать в офис. Какое-то совещание. А вечером мы с тобой встретимся и обо всем поговорим. Договорились? Угу. Отдыхай. Прошу, ваше шампанское. Спасибо, я за рулем. Или ты каким кремом на ночь пользуешься? А тебе зачем? Ты сейчас серьезно спросила? Прости, пожалуйста, я просто подумала, что ослышалась. Ну ладно. Хорошо. Значит так, про крем я уже год как забыла. В нашем деле самое главное – это очищение, мицеллярная вода. Ты записывать будешь или как? А для девочки что советуют? Любовь Петровна, выкладывай, что у тебя на уме. Или я действительно не улыбаюсь? Ну, как тебе сказать? Улыбаешься. Только делаешь это очень редко. Ну, значит, Вера права. Я ее, кстати, выгнала. Выгнала? Угу. Ну и слава богу. Да не слава богу. Хотел девочку проучить, а получается, что то, что в моем совесть проснулась, ну тоже ведь Вера. На. Давай лучше про крем. Вера, ты какой платье хочешь? Дрека или сейка? На мой взгляд, дрека классическая. Зато это необычная. М? Да какая разница? Ты вообще замуж собираешься? Не знаю. Не уверена. Ничего себе. Ну ты даешь, Верка.
Кто ж тебя так голову перекрутил? А не тот ли красавец магазина? Кто он вообще? Александр. Очень подробно. Ну, какие подробности? У него авторемонтная мастерская. Серьезный бизнес. Да при чем тут бизнес? Он, между прочим, Бауманку закончил и в аспирантуре учился. А что же он не доучился? Сама ты с третьего курса свалила. Мне достаточно. И что? Меняем Борю на Сашу? Вер, ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Да я не знаю. Мне кажется, что я до сих пор не соображала. Я как будто бы в космосе побывала, как будто на другой планете. Там вроде люди такие же, но совсем другие. Они не боятся говорить то, что думают, и если чувствуют что-либо, не боятся этого показывать. Понимаешь? Да. Только пока кто-то там в космосе жизни учился, я тут тоже сделала несколько наблюдений. И я думаю, тебе было бы полезно узнать о ясности ситуации. Не томи. В общем, Кобель твой жених. А ты откуда знаешь? Я? Путем простейшего эксперимента на мужскую состоятельность. Ты и Боря? Ну, как-то так вышло. Но он так от одиночества лечился. Я смотрю, ты не расстроилась. Спасибо тебе. В смысле? Без всякого смысла. Просто спасибо. Ну, ладно. Звони, если что. Да. Верочка, к вам какой-то молодой человек пришел, вещи принес. После появления в СМИ материалов фривольного содержания, ставящих под вопрос моральное поведение господина Омельченко, рейтинги его главного соперника в предвыборной гонке Тимура Арсеньева резко пошли вверх. Виктор, я тебя спрашиваю, кто вот это сделал? Тимур Иванович, надеюсь, вы не думаете, что это я? А что ты хочешь сказать? Что я сам запустил вот эту мерзость? Это не мерзость. Это компромат. Свободен. Тимур Иванович, всем нам свойственны небольшие слабости. Только о наших никто не знает, а вот его, к сожалению, стали известны, что нам и помогло. Это значит ты. Ну, а что, собственно, такого? Простой и изящный ход устранения конкурента. Наш противник поступил бы точно так же. А со мной посоветоваться? Тебе в голову не пришло? Тимур Иванович, зачем бы я вас беспокоил по пустякам? Это не пустяки! Я привык свои дела делать честным путем. Как ни странно, для тебя это звучит! А холдингом руководить тоже будешь подобным образом? Времена диктуют правила игры. Но это не для меня. Моим бизнесом может руководить человек, которому я доверяю. Тимур Иванович, не надо горячиться. Вы мне можете абсолютно доверять. То, что происходит внутри нашей семьи, останется тайной. Ты мне что, угрожаешь? Нет. Даже мысли такой не было. Ты мне больше не нужен, Борис. Ни мне, ни... Хотя моя дочь пусть сама решает, нужен ли этот брак. Во всяком случае, я на нем настаивать больше не буду. Свободен.
Привет. Привет. Я тебе вещи принес. Жаль, не даешь мне повода увидеть Надю. Ну, повод всегда можно найти. Я же нашел. Я думала, что ты со мной попрощался навсегда. Людям свойственно совершать ошибки. Важно, какие выводы они из них делают. Я думала, ты никогда не ошибаешься. Как же ты можешь целовать такую обманщицу? Мне даже интересно. Опа. Как неожиданно. А я думал, мы с вами больше никогда не встретимся. Вера, скажи, а что здесь делает этот человек? Этого человека зовут Александр. О, спасибо, я помню. Помню. Так вот, ты мне скажи, что Александр делает в доме моей невесты? Или мы будем втроем обсуждать подробности нашей свадьбы? Саш, я тебе сейчас все объясню. Я принес вещи, которые Вера Тимуровна оставила в доме у Павловых. И уже ухожу. Всего доброго. Извините. Прощайте. Саш, подожди. Подожди. Пусти меня. Мне нужно с тобой поговорить. Что еще? Что еще? Твой отец меня уволил. Поздравляю. Вера, свадьба. Боря, я не люблю тебя. Саша! Вера, ты ведешь себя глупо. Пойдем в дом, нам надо поговорить. Что? Что тебе от меня нужно? Ты понимаешь, такая странная ситуация получилась. А Тимур Иванович решил, что мне нельзя доверять. И он прав. Что значит прав? Я вел себя так, как полагается в данной ситуации. И с Иркой? Что с Иркой? Тоже вел себя, как полагается? Это неправда. Кто тебе сказал? У меня слишком откровенные подруги. Любовь Петровна, я хотел спросить, как там Надя? Нормально, лучше уже ждем, пока гипс снимут. Надо в школу ходить. А можно я еще раз к вам приду? Если по поводу этого случая, то не волнуйтесь. Что, мы пьяных не видели, что ли? А Вера вообще прикольная. Да, она прикольная. Любовь Петровна, передайте Наде, пожалуйста, чтобы она выздоравливала. Ну ладно, я пойду. До свидания. Ты заходи! Обязательно заходи! Не слишком ли мы водоухажеры, а, Любовь Петровна? Господи, как ты меня напугал. Да, раньше ты меня не боялся. Боялась. Очень боялась Павла, поэтому и выгнала. Нет, ну я тебе в прошлый раз все сказал. Глупость совершил, зато и расплачиваюсь. Долги пришел отдавать? Вроде того. Хотел попросить тебя разрешить мне с Надей видеться. Не делай это, что дочь без отца растет. Ну я не знаю, что тебе еще говорить. Ну вот он я, весь перед тобой. Тебе решать. Надя пусть решает. Так это да? Так мне приходить? Посмотрим. Тебе один человек привет передавал. Просил разрешения зайти. Ромка? Ты ему тоже передай. Он нравится тебе? Нет, мы просто общаемся. Хороший мальчик. И один мужчина тобой очень интересовался. Сказала.
Я ему сказала, что решать тебе. Мамочка, мамочка, господи, как я тебе... Я тебя тоже люблю. Я тебя люблю. Что, ты не подумаешь, что я с ума сошла? Ну, правда, шторы у нас какие-то мрачные висят. Пойдем, я... Ну, что? Вот я... У меня шторы новые купила. Мам! Мам! Да? Красота. Ой, ну только окна придется мыть. Помоем. Угу. Ты меня уничтожила. Отпусти, ты меня задушишь! Я из-за тебя все потерял, веру, работу, я теперь ноль! Ты идиот, меня чуть не убил! Вера была моей последней надеждой. Если бы она вышла за меня замуж... Не вышла бы, ты ей не нужен! А тебе я нужен? Нет! Зачем тогда? Да потому что скучно жить, Боренька. Кругом ведь одни козлы, как ты. А мы для вас так. Яркий эпизод на пути к блестящей карьере. Надо было убить тебя. Да ладно. Слабо тебе. А знаешь, Борь, у меня есть одна идея. А попробуй в таксисты. Говорят, они неплохо зарабатывают. Верочка, я не понимаю, как можно быть такой равнодушной к своей судьбе. И потом я просто не могу поверить, что такой человек, как Борис, мог так поступить. Мам, ну придется тебе в это поверить. Я вообще не понимаю, чему ты удивляешься. Это же негласно принятые правила в нашем милом светском обществе. Тебе же самой это все так надоело. Неужели ты хочешь, чтобы я с этого начинала свою жизнь? Нет, конечно. Что ты такое говоришь? Потом я даже не могу себе представить, что на это скажет отец. А я могу. Центр Сберком принял официальное заявление Тимура Арсеньева об отказе участия в выборах. Что? Не может быть. Это какая-то ошибка. Да нет здесь никакой ошибки, мам. Папа молодец. И я горжусь тем, что я его дочь. Ты куда собралась? Долго объяснять. Но если я сейчас этого не сделаю, я буду жалеть об этом всю свою жизнь. Давно прошедшее остыло, смело песок теченьем рек. И далеко не все, что было, запомнить хочется навек. Хотим пройти, не обернувшись, и позабыть пути назад. Но мы отравлены минувшим и смотрим прошлому в глаза. Догорают мосты позади, тают в памяти лица и даты. И упрямо смывают дожди след, оставленный кем-то когда-то. Пусть с дороги уже не свернуть, но туманны крутые маршруты. И однажды неведомый путь нас приводит назад почему-то. Добрый вечер, Оля. Добрый вечер.
Ужинать будешь? Нет, спасибо. Я слышала новости. Как же так? А вот так. А что случилось? Я думаю, они там без меня обойдутся. Но ведь ты этого так хотел. Оля, мы прожили почти 25 лет. И ни разу не поговорили. Ну, а когда? Ты все время куда-то бежал, я все время ждала. Потом появилась Вера. Музыка, английский язык, репетитор. А сейчас она выросла. Я осталась одна среди всего этого. И ты далеко. Нам нельзя друг без друга. А как же? Вот так. У меня никого нет. А я выбросил все из своей жизни, так же, как и эти выборы. Ты права. Слишком дорого мне обходятся эти радости. Я наговорил тебе гадостей. Прости меня, пожалуйста. Я знаю, что ты другая. И я другой, не такой, как был раньше. А ты уверен, что сможешь жить по-другому? Очень трудно в это поверить. Ты поверь. Аванс. Мы столько лет молчали. У тебя была своя жизнь, у меня своя. Ты и я. Теперь я очень хочу, чтобы были мы. Я очень на это надеюсь. Какая встреча? Здорово. По какому поводу пьем? Да так. Домой идти неохота. Выпьешь? Не-не-не, я в завязке. А ты пей, пей. Ну тогда за любовь. Не чокайся. А, расставание. Да, тяжело перед жизнью, понимаю. Слушай, не та ли эта птица, которая тут под твоей охраной запорхнула, а? Точно. Птица. Ну, девушка стильная. Таким клетка не нужна, таким небо подавай. Небо, а не моя берлога с книгами. Слушай, Андрюх, я оставлю машину у клуба. Ты присмотри за ней, а завтра я ее заберу. А что присмотреть? Давайте сразу отвезу. Заодно посмотрю, как там мои. На окна свои погляжу. Надюха уже спит, наверное, Люба. Кстати, она мне разрешила видеться с Надей. Да ладно. Угу. Сдалась. Поздравляю. Ну, да сдалась еще долгий путь. Ну, как говорится, лед тронулся. Серега, Сереж, ты шарманку заведи, пусть люди потанцуют. А я на сегодня все. А? Пока. Поехали? Поехали. Мам, ой, тебе помочь? Нет, нет, все, последний. Ой, красота. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вам ключи забыла отдать. Вера. Вера. Смотри, как мы все придумали. Ну, точнее, это мама придумала. Нравится? Здорово, очень здорово. Ну, может быть, чаю? Нет-нет, я ненадолго. Я пришла, чтобы сказать вам спасибо. За что? За то, что вы дали мне возможность почувствовать себя человеком. Ну, это немного пафосно звучит, но это правда. Моя жизнь так изменилась. Она стала интереснее, что ли. Тебе спасибо.
У нас тоже изменения. Вот шторы. Слушайте, давайте я все-таки чай поставлю. Нет, Любовь Петровна, не стоит. Я уже сейчас, правда, пойду. Но я обязательно очень скоро вернусь. Ведь у вас еще столько стен нераскрашенных. Я очень скоро приду. Приходи, Вера. Все, до свидания. Спасибо. А вот что я говорила? Девочка-то не безнадежная. Мои не спят. Ну что, пойдем? Не знаю. Слушай, давай завтра. Ну, как-то это все неправильно. Ну, нельзя же вот так на ходу впрыгнуть в жизнь, которая спокойно ехала без тебя. Андрюх, давай ты сейчас не будешь заставлять меня тебя уговаривать. Там наверху не спят двое, которым ты сейчас очень нужен. Пошли. О! Салют. Добрый вечер. Привет. Какими судьбами? Здравствуй, Вера. Ну и я пойду. Пока. Наверное, после всего того, что случилось, ты вряд ли сейчас поверишь в то, что я скажу. Но я... Точнее, ты. Ты мне очень нужен.